Тюменский фармацевтический бизнес объединяется, чтобы выжить. О том, как работать в новых экономических условиях и при растущей конкуренции, говорили сегодня на региональной конференции «Союз фарма». Члены ассоциации отметили, что сообща им удается решать много проблем. Например, еще весной тюменский бизнес жаловался на недобросовестную конкуренцию со стороны федеральных сетей. Сейчас с помощью антимонопольной службы удалось остановить агрессивную рекламу. Задача именно ассоциации «Союз фарма» в регионе – это помогать аптекам выжить в непростых условиях. На сегодняшний момент у нас больше 120 участников. Все члены ассоциации «Союз фарма» так и остаются в нашей ассоциации, и никто не закрылся.